Всем доброго здоровечка. 1 февраля 2015 год. Буквально 30 минут назад приехал от родителей. Был там с семьей на выходных. И ехал сегодня и заметил, что дорога довольно сухая. Погода летная. И решил именно сегодня, в феврале месяце, в начале февраля, в конце зимы, последний месяц, открыть велосипедный сезон. Вот буквально прокатил там 1,5 километра, остановился на такой вот дороге, как видите, абсолютно сухая, что в одну сторону, что в другую, все чисто, отлично, только едь себе спокойно. Можно было этим уже заняться еще в субботу, даже, может, возможно, в пятницу. И, собственно, сегодня первый день открытия велосезона. Вот сейчас заеду, подкачаю немножко шины. И планирую сегодня так 10-ку проехать, больше, думаю, не нужно, потому что 2 месяца, даже, возможно, и 3, не ездил. Так, первый раз подышать свежим воздухом, крутить педали. Самое оно. Поэтому снимайте ваши велосипеды, у кого они висят, у кого они стоят где-то в каких-то чуланах, на балконах, на лоджиях. Качайте шины, если погода позволяет, открывайте сезон. В принципе, это все. Еду дальше. Спасибо, что смотрели. Всем хороших сухих дорог, а еще лучше велодорожек. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.